Проведение фотовыставок в сквере «Юность» стало уже доброй традицией. В этот раз организаторы посвятили ее самой востребованной и важной профессии – людям, давшим клятву Гиппократа. Последние приготовления к ее открытию уже сделаны. Идейный вдохновитель экспозиции Владимир Меньшов лично завершил этот процесс. Основная цель – это связь поколений между теми, кто строил город и ушел, теми, кто живет, и в будущем те, кто будут жить. Около 2 месяцев ушло на подготовку выставки. Кропотливая работа организаторов заключалась не только в поиске нужных фотографий, но и в их изучении. Даже те фотографии, которые находятся у нас, не всегда подписаны. Мы не всегда знаем тех людей, которые на них изображены. И, то есть мы обращались и в нашу центральную больницу, к тем врачам и медсестрам, которые долго работают, которые знают этих людей, чтобы они нам их расписали. Мы обращались и к тем краеведам, которые здесь тоже начинали работать и знают многих из этих врачей. То есть они у них лечились. То есть это вот такой процесс, который довольно-таки длительный. Придя в сквер «Юность», многие люди наверняка увидят на выставочных стендах знакомые лица, а кто-то даже узнает на фото своего лечащего врача, работающего и по сей день. Так, например, участковый терапевт Расторгуевской поликлиники Жанна Крапивницкая имеет трудовой стаж 46 лет. Она заслужила особое уважение среди жителей и оказала большое влияние на развитие медицины в районе. Всего на стендах представлено около 52 фотографий, каждая из которых хранит в себе историю медицины Ленинского района. Например, здесь можно было увидеть портреты врачей или даже, как на этом фото, их рабочий процесс. Стоматологам, кардиологам, ортопедам, абсолютно всем врачебным специализациям уделили должное внимание. Выставка будет открыта на протяжении месяца. А уже в июле, по признанию краеведов, они порадуют видновчан новым фотовернисажем, который приурочат ко дню металлурга. Анастасия Воронина, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.